за Маріуполь московського орда. Смерть ворогам! Справедлива помста за всі страждання нашого народу, наших людей. Он же ближе! Побежали отсюда! Больница Мариуполь. Людей подоставали с завала. Прилет по частному сектору. Рядом с МЧС. Там оста, там есть что-то? Прямое попадание. Вот это все у нас минами, вот такими вот, стреляли. Это стопудово, потому что они летели вот так. Застали как-то так.
мы каждый день слышали, как эта стрельба идет. Азов — это супер, супер. Вся россияне, все россияне, мы с кем вообще приходилось общаться с россиянами, они как огня боятся. Они мне спрашивают: ты видел Азов? Я говорю: видел. Честно признаться, им же страшно, вы сами понимаете, потому что от них все можно ожидать. Особенно чеченцы. Говорит, мы зачищаем район, зачищаем, зачищаем. Они сзади нас. Раз, та-та-та-та, и вот и все. Это они жалели, что мы... Да, да, да. Они постоянно об этом говорят. Азов, Азов, Азов. Мы, они, и как бегают. Зашли в квартиру ко мне, в квартиру проверять. И это, как это, я говорю, как трусливые зайцы, это вообще позорище, российская армия. Это у вас такая позитивная эмоция. Потому что мы это все своими глазами видели. Это не то, что я, а я именно все видел, как он. Я ему говорю: да тут никого нет, пустая квартира уже. А он вот так идет, вот так, идет, прям трясется, что боится, что это за...